Добрый день, уважаемые посетители нашего музея. Меня зовут Александр, я являюсь заведующим отделом истории и один из создателей этой замечательной выставки «Урал в подарках», которая находится по адресу Малышева, 46, в выставочном центре «Дом Поклевских Козел». И сегодня я вам расскажу о подарках такому замечательному человеку, настоящей звезде своего времени, греко-римскому борцу Кристапу Кристаповичу Вейланду Шульцу. Кристап Кристапович родился под Ригой, в Латвии, по национальности латыш. И уже в юном возрасте, будучи разнорабочим на одном из фабрик города Риги, он увлекся поднятием тяжестей. Но потом один из борцов, поскольку он обладал очень длинными руками, посоветовал ему оставить это дело и заняться более перспективной греко-римской борьбой. Греко-римская борьба для того времени, конца 19-го, начала 20 века, была одним из самых популярных спортов в России. И это был спорт, который был намного популярнее футбола сейчас. Он собирал целые цирки, да, поскольку такая борьба обычно проводилась на манежах цирка. И как раз вот Кристап Кристапович стал борцом греко-римской борьбы и достаточно быстро добился больших успехов в этом виде спорта. Ну, спортом, конечно, было назвать сложно, поскольку борьба делилась на две, скажем так, неравные части. Первая, наибольшая часть, это были постановочные бои, как рестлинг сейчас, да, когда промоутеры борцов заранее договаривались о том, кто победит, и даже расписывали этапы поединка, писали сценарий поединка. А вторая борьба, борьба по гамбургскому счету, это было уже, ну, такое честное спортивное состязание, которое реально оценивало качество бойца. Ну и Вейланд Шульц как раз выступал в обоих этих видах состязаний и достиг больших успехов. Для своего времени он был настоящей звездой, конечно, не такой популярный, как тот же Поддубный, но тоже достаточно известным, неоднократно выступавших в различных цирках Европы, в первую очередь в Париже, который в то время был крупнейшим центром греко-римской борьбы Европы, в Москве и Петербурге. Имел множество наград и ценных подарков, которые ему дарили самые известные люди с того времени. Например, здесь мы видим курительную трубку, которая была подарена Кристапу Кристаповичу известным русским писателем Максимом Горьким. И также футляр для карандашных стержней, который ему подарил другой, не менее известный писатель Александр Куприн. После революции судьба забросила Вейланда Шульца сюда, на Урал, в город. Ну, тогда он еще не назывался Серовым, но будущий город Серов, где он станет директором цирка. Вот внизу мы видим как раз трость, подарок, которая была ему подарена, когда он уже был директором Серовского цирка. Кстати, в годы войны большую часть драгоценностей, которые у него были, в частности, другие подарки, в том числе подарки от представителей императорского дома, он продал, чтобы купить на эти деньги танк для фронта. После войны он перебрался сюда, в Екатеринбург, и прожил здесь почти 103 года, причем уже в возрасте 90 лет он все еще мог гнуть стальные прутья, и в 103 года умер здесь у нас в Екатеринбурге, и сейчас похоронен в нашем греческом кладбище. Но его подарки вот поступили от его наследников к нам в музей, те, которые удалось Вейланду Шульцу сохранить до конца жизни. И вот сейчас вы можете увидеть нас их здесь, на выставке.